Саламу алейкум рахматуллахи ва баракату, дорогие братья, баракаллафик. В общем, хотел вам рассказать историю, как я принял ислам. Но началось все с того, что в период с 2009 по 2012 год у меня встал вопрос, ну вообще как бы внутри себя, да? То есть вообще, что такое ислам? То есть, что такое намаз, да? То есть, как бы я себя раньше считал там, ну, грубо говоря, этническим мусульманином, да? То есть там, кулун там носит, да? То есть на шее. Аузубилля, то есть, ну, имеется в виду, то есть, как бы был татарином, да, то есть, ну, там, себя уж считал мусульманом. И как раз в период с 2008 по 2015 год я служил в войсках после военного института, я вообще бывший военный. И когда служил, то есть, у меня встал вот этот вопрос, то есть, ну, вообще, что такое ислам? То есть, как вот, знаете, вот, типа, вот, знаешь дом, да, но не знаешь, что, как в него зайти. И в 2012 году в мое подразделение приезжает служить несколько молодых лейтенантов, двое и трое из них было из Дагестана, и они читали намаз. И что самое интересное, субханаллах, они были что с инженерно-саперного подразделения, то есть они были подрывники. И то есть Аллаху Акбар, то есть я вообще в шоке был, думаю, как их, короче, спецслужбы, да, то есть пропустили, да, то есть таким, так скажем, ну, родом занятий, да, то есть в службе, то есть все, что связано с подрывами, да, то есть они были саперами, то есть именно вот инженеры-подрывники. И они читали намаз, и субханаллах, у меня в 2012 году реально как вот пришел взрыв мозга, короче, то есть я думаю, как так вообще, думаю, вообще, потому что на тот момент у меня ассоциация, то есть, ислама, да, то есть, ну, была так, скажем, ну, не кардинальная, да, то есть, к тому времени, имеется в виду, то есть, там, ну, СМИ все равно работает, как бы, хочешь, не хочешь, и суть в том, что я задался вопросом, то есть, как так, да, то есть, они, субханаллах, читают намаз, да, то есть, еще плюс служат, и, то есть, еще и допустили, короче, к подрывным, то есть, мероприятиям. И Аллах Тааля делает так, то, что наши сердца, что сводит вместе, да, то есть, меня их знакомит с ними поближе, и они мне, так скажем, ну, разъяснили, что такое истина, да, то есть, что такое заблуждение, то есть, кто такой Аллах Тааля. И, грубо говоря, прошел год. И в 2013 году, осенью, в октябре месяце, даже запомнил, это был в отпуске, короче, субханаллах, я начал намаз читать. Но до этого, короче, каким-то образом вообще выучил суру Аль-Фатиха. То есть, субханаллах, я вообще в шоке был от происходящего. И в 2014 году, что у меня было, так скажем, кардинальное решение, да, то есть вообще уволиться с армии. Вот. И в 2015 году я, по милости Аллаха, уволился с армии. И хочу сказать то, что вот то, что ты ищешь, да, Аллах Тааля в любом случае тебе даст, если что, ты ищешь истину. Потому что, то есть, истина, она от Аллаха Тааля, то есть, ты хочешь, не хочешь, да, то есть, она одна. То есть, это путь Аллаха и путь пророка, алейхи ассаляту вассалям, в понимании праведных предшественников. И, соответственно, то есть, если ты хочешь истины, стремись к Аллаху Тааля, то есть, проси у него дуа, то есть, чтобы он тебе показал, что ложь ложи и правду правды, да, то есть, чтобы тебя отдалил от тех заблуждений, да, то есть, которые в нашем мире. И то состояние, которое было до ислама, ну, то есть имеется в виду состояние, что неопределенности, да, то есть я не мог понять, то есть как вообще, как быть, то есть как дальше жить. И в Аллахе, сейчас вот мне кроме Аллаха больше ничего не надо, клянусь Аллахом. Путь Аллаха Тааля, да, то есть, на, так скажем, и путь пророка Мухаммада, алейхи ассаляту ассалям, понимание, так скажем, праведных предшественников, то есть вот это есть истина, альхамдулилля. Как бы постарался минимально, но получилось чуть больше 3 минут. Баракалфейк. Ассаламу алейкум. Бархатулла баракат.